Стремление к чистоте захватило даже самых маленьких. Во дворе на Пензенской кипит работа. На субботник вышли десятки местных жителей. Такое убираем себе. Вот наши внуки здесь гуляют. И сами также. Чтобы было красиво, чисто. Будильники пораньше завели и школьники, и студенты. Сон выходного дня ребята с удовольствием поменяли на участие в субботнике. Прохладное утро и веселая музыка только добавили бодрости. Разделились на команды по несколько человек. Сгребают мусор и прошлогоднюю листву, собирают в мешки, подметают дорожки. Мне хочется помочь городу сделать его чистым перед весной. Я люблю свой город. Это весело, потому что много друзей, и вы делаете что-то полезное для города. Жители 65-го дома по Пензенской всегда активно поддерживают чистоту в своем дворе. А в этом году намерены участвовать в федеральной программе «Комфортная городская среда». Уже собрали необходимые документы и подали заявку. Дополнительное финансирование на благоустройство потратят на озеленение, расширят детскую площадку. Уверены, чистота во дворе зависит от людей, которые в нем живут. Жители очень много зависят, конечно. В каких домах жители ничего не хотят делать, они думают, что придут, кто-то дядя для них сделает. Такого быть не может. Жители сами должны все это делать, участвовать, содержать. Все от жителей зависит. Тема благоустройства дворов – одна из приоритетных для жителей муниципальных образований. И поэтому федеральный проект «Комфортная городская среда» очень востребован. И он даст прекрасную возможность привлечь дополнительное финансирование муниципалитетам на приведение в порядок дворов. Если жители сами принимают участие в благоустройстве, то и берегут потом чистоту, порядок во дворе с большей вероятностью. Чтобы у самарцев появился дополнительный стимул выйти на субботник, в этом году впервые в Самаре месячник по благоустройству проходит в формате яркого городского проекта «Поработал – отдохни». За активное участие в уборке жители получают различные бонусы от городской администрации – билеты на концерты, спектакли, выставки, скидки на покупки в супермаркетах. Также жители, которые дружно наведут порядок в своих дворах, бесплатно обеспечат саженцами и рассадой. Мотивация появляется больше, как бы. Конечно, это и правильно работать, но когда еще дарят подарки, это еще, конечно, лучше. Наступает такой момент в жизни, когда не только денежное вознаграждение, но и моральное удовлетворение. А к моральному удовлетворению еще и что-то, какой-то бонус, это вдвойне приятно. А 22 апреля, в день общегородского субботника, всех участников генеральной уборки приглашают на концерт группы «Серебро» на площадь Куйбышева. Поработал – отдохни. Олеся Корецкая, Марина Матвеишина, Константин Головин. События.